Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Акамаранч, и в этом видео я бы хотел поговорить об организации ваших мест рабочих в игрушке Рогалия. Итак, давайте начнем с азов. Нам, к примеру, у меня они не организованы, но это просто вот на будущее тем, кто будет сразу делать, может быть, вы сразу будете организовывать себе места. Итак, каменная плитка, по-моему, если не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Каменная кладка, вот она. Вот такая вот штука из 5 камней делается. Кладется она исключительно на землю, по-моему, с травой. И она как дорога используется. Естественно, вот она у меня есть вот здесь, вот в парочке мест. Ну, я просто так сделал. Персонаж по ней бегает быстрее. Видите, хоп, хоп, хоп. Ну, я думаю, вы и так невооруженным глазом замечаете, что персонаж ускоряется. То есть, это экономит ваше время. Я предлагаю такую дорогу сделать возле ваших полей, где они будут, чтобы персонаж бегал быстрее. Потом, предлагаю такую дорогу сделать, где дубильные тазы. Вот здесь у меня сделано неправильно, дорогие друзья. Здесь, как бы, желательно вот здесь вместо песка, потом заменить это на землю и заменить это все вот такой вот тротуарной плиткой, чтобы можно было нормально пробегать. Дальше. Где вот горн? Сделать, вот я всем советую вначале сделать один горн, но потом в дальнейшем сделать несколько горнов. То есть хотя бы штучки там 3 горна сделать, чтобы они были у вас. Горны никогда лишними не бывают, и особенно когда наберете много руды для переплавки. Рядом с ними обязательно разместить тару. Вначале, вот как сейчас я вот вначале... Вы вот медные сундуки, вот сверху, вот смотрите, мышка, вот я вам показываю, вы себе не сможете позволить. Не, ну, если прокачаете там медный сундук, это что у нас там за крафт? Так, давайте глянем. Медный... Блин, не могу найти. Коп. Ладно. Медный сундук, ну там плотничество или что-то такое. Тогда можете поставить их. Но я вам предлагаю поставить возле горнов несколько десятков корзин. Ну, хотя бы 10 штук точно поставить, лишними они не будут. 100%. Потом, вот это вот загон для курей. Они у меня уже несколько раз сдохли, я неправильно сделал загон. Надо ставить больше корыт для курей. И нужно делать загон вот на таком вот примере. Смотрите, чтобы вы понимали. Сейчас, секундочку. Вот. Веточные ворота, клетка на клетку, то есть вот так вот со всех сторон веточные ворота сделать. Вот так вот в ряд сделать несколько штук. Ну, к примеру, там 4 курицы, да, вот 4 веточных ворот. Сделать 4 ячейки, в них помещаем курицу. И напротив каждой ставим по корыту, и сзади тоже по корыту. А можно даже и по 2, и полностью их заполняем. Это чтобы не заходить в игру через каждые там... 4 часа и не проверять, корыта у вас пустые или не пустые, чтобы кормить своих курей, чтобы им хватало еды. Как говорится, вроде бы курица жрет раз в час. Или 2 раза в час одна курица. Поэтому посчитайте сами. Но у меня, по-моему, они жрут намного быстрее. А корыта вмещает только 64 единицы еды. То есть, либо это семена, либо это трава, либо еще что-то. Все. Потом обязательно нужно делать... Вот что-то типа такого. Но это очень-очень все разбросано. И как вы понимаете, это так, наобум сделано. На скорую руку слеплено из того, что было. Вообще вот это надо все переделывать, все это перетаскивать, чтобы, к примеру, еда была отдельно, семена были отдельно, инструмент отдельно, все отдельно. И тогда это будет вам огромное количество времени экономить. И между всеми этими мешками, корзинами сделать тротуарную плитку. Вот как должно выглядеть организованное рабочее место, эргономика. Вот, смотрите. Вот здесь у меня все инструменты. Я вот немножечко все-таки организовал, чуть-чуть инструменты. Здесь у меня сено, по-моему, да. Вот и немножко инструментов. Потому что сундуки не высшего качества и, естественно, полностью не помещается в один сундук этот по слотам, а по весу. В принципе, вот так вот надо что-то планировать, как-то делать, и тогда у вас будет огромное количество времени, и вы будете его экономить. Сначала придется заморочиться, но потом, в итоге, в конце, вы будете экономить огромную кучу времени, когда вы не будете вот так вот по каждой корзине искать, где у вас какой-то предмет лежит.
принципе, на этом все. С вами была Камарачи. Подписывайтесь на канал и комментируйте, ставьте лайки. Покеда!